Друзья, всем привет! И я киберфутболист тульского арсенала Катыкин Дмитрий, известный также под никнеймом Демонтелло. Я призер-победитель тульских региональных и всероссийских турниров по FIFA. За арсенал же я болею с 2009 года, команда еще тогда играла на Жалдармарш. Завтра играет основа, сегодня же у нас играет молодежка, и теперь еще у нас играет киберфутболист. Ну и, конечно же, наш сегодня соперник – это Антон Елькин, киберфутболист футбольного клуба «Амкар». Представься, Антон. Всем привет! Сегодня будем наказывать Арсенал. Но это не точно. Будем показывать гордость Урала. Ну, это мы еще посмотрим. Все-таки Арсенал – это не «Зенит». Вы там можете «Зенит» наказывать. Там снежок поставить можно, нет? Снежок Да. сейчас. Вроде нет, там рандомно погода. О, нифига себе, Арсенал даже Так, светится я побольше. Так, ладно, ты в домашней. красненько давай. Конечно, жаль, у меня форма не совпадает, но ладно. Так, ну, короче, вот он наш основной состав. Не забудь там это звук болельщиков выключить. Они вряд ли приедут на матч. А я наоборот погромче сделаю. Тульские-то приедут 100%. Так и разводит меня сейчас Поехали. Артем Дзюба. Сука, он тебя с голов сегодня положит. Так, ой, какой пас на Кангу. Давайте навесик на Дзюбу. Ай-яй-яй. Главное дзюбу сдерживать. Блин, а вот я не знаю, кого мне там у тебя сдерживать. Ой. Это... Ой-ой-ой, привозим. Первый пошел. Артемка забивает первый гол в РФПЛ. Ну, я думаю, в пятницу он тоже забьет. Дождемся. Все четко. Обидно. Но Амкар не сдается никогда. Соперник у нас непростой. Это топ-4 России. Я все правильно же говорю, да? Топ-3. А, даже топ-3 России. Так, Дзюба, беги. И Дзюба просто убивает Ой-ой-ой. корпусом. Ну, пробей. Ай-яй-яй-яй. Две уже перестановки. Амкар чувствует, что что-то в игре не получается. Пока лучший игрок матча Дзюба. Нифига себе, ты в пять защитников играешь. Так вот, я вспомнил, что схема-то не поменялась, ничего-то не то. Теперь боится, боится. И атака сходу. Ой, Левашов тащит. Опасный удар был. Так, где Тёма? Тём Дзюба. Хороший пас на Ой, какой пас. Александрова. И, блин, Альварес, это был Альварес. Я думал, Александров. Хорошая атака от Арсенала. Такой, как опасно. Ой-ой-ой. Ох, Бадул, ты что сделал? Лака как отнял мяч, и ну, с ударом у него проблемы явно. Первый тайм закончен так быстро, капец. Ну, равная игра. Чисто. Так, это может быть опасно. Камбарову надо держать свой фланг. Хорош. Хорошо. Ангела. Ой-ой-ой, и Ткачев. И Ткачев решает 2-0. Двушечка. Так, и пошла передача на Александра. Очень хорошая. И нет, Канго не смог пробить. Ой-ой-ой-ой, Рязанцев капец отрывается просто жутко. И... Ой, Левашов. Ой-ой-ой, не получается на вес. Ну согласись, все-таки это не с Зенитом играть. С Арсеналом-то посложнее. Ой-ой-ой, наигранная комбинация и пас пяткой, удар. Хорошо было, не в Матулин. И Левашов опять тащит на высоте Миша. Так, нет Пас в офсайда. разрез, без офсайда. И Артем Дзюба. И нет, это сейф? Нет, Дзюба промахивается поворотом. Хотя пас кто-то выдал гениальный, наверное, это был Камбаров. Ой, как... Дума, давать и такой... Отлично. Ну это же жестко, это Отыграл один жестко. гол. Не забиваешь, ты Прошел забивает пас тебе. Какой раскат был Ой-ой-ой жесткий. И мы просто сейчас, ребят, просто жестко отскочили. Очень жестко прямики насели на наши ворота. Видно, там болельщики гонят их вперед. Так, ну Тульский поддержать болельщиков. Хорошо, Ой-ой-ой. Левашов. Ой, Миша. А, и Артем Дзюба, И давай. проходит все-таки пас. Дзюба! Ай-яй-яй, штанга!
Так это победа. Так, можно включить музычку Арсенала и насладиться этим моментом. Побеждаем мы в киберфутболе у Амкара. Но это был реально жесткий матч. Можно даже сказать, в конце отскочили. Но, блин, без удачи не бывает побед. Ну что, Антон, спасибо. Как тебе матч? Спасибо. Хороший матч. Достаточно моментов все-таки было в матче. Где-то чуть мне не повезло, где-то наоборот повезло. То есть в концовке мог забивать третий. В целом, чего ждешь от матча Арсенала и Амкара в пятницу? Ну, конечно же, жду победы любимого клуба. Не повезло Чехе, повезет в жизни, как говорится. Ну, твой прогноз? Мой прогноз 1-0 Амкар. Ну, в принципе, не будет много голов, это точно. Мне кажется, либо нулевая ничья, либо минимальная победа Амкара. Ну, хорошо, я думаю, что мы также 2-1 выиграем. Все, большое спасибо тебе, Антон, за то, что сыграли с тобой матч. Надеюсь, это станет у нас традицией. И будем играть матчи не только с Амкаром, но и с другими командами. Спасибо за матч, Антон, еще раз. Удачи. Да, спасибо, что позвал. Красно-желтые, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Подпишитесь на мой канал, я оставлю ссылочку в описании. Там вы сможете найти больше видео со мной. Также не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на канал Арсенала. Еще раз благодарю всех за просмотр. Только Тула, только победа.